Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania. И сегодня у нас с вами третий день нашей живописи, наших листочков. Кто не забыл, я рисую карточки для Димы. У нас вот такие вот карточки. Мне они не нравятся, потому что они маленькие. Вот, это не просто так я рисую. И поэтому я делаю свои. Так, вот наши вчерашние листочки, они уже высохли. К сожалению, такими вот они уже стали. Вчера предыдущий ролик, посмотрите, какие они были красивые, такие как будто кожаные, прям такие, прям классные. Сегодня они уже вот какие, уже немного суховатые. Не совсем, но суховатые. И также наши картиночки, они получились довольно светлые, чем предыдущие. Наверное, надо было мне все-таки краски немножечко побольше, но получилось тоже очень красиво. Особенно мне нравится вот здесь вот ощущение, как будто краска так шлепнулась и отлетела, даже такие брызги. Вот здесь вот тоже. Вот. Мы их с вами еще будем дорабатывать, но это попозже немножко. Все будет. И здесь вот тоже классно. Здесь вот тоже вот они все видны. Вот. Пока их убираем в сторону. И, как вы видите, я нашла сегодня много листочков. У нас листочек каштановый сегодня будет. Вот. И второй пока не знаю какой. Естественно, вот, кстати, вчерашний листочек. Я у вас задавала вопрос, спрашивала, какой это листочек. Надеялась, что в комментариях мне кто-нибудь напишет, какой это листочек, но никто ничего не написал. И сегодня я нашла еще один такой же листочек. Рассматривала я дерево, искала на дереве такие же листочки, но там только похожие, по-моему. А вот эти два, да, я сорвала вот эти два листочка, похожие. Ну, блин, просто они лежали около этого дерева. И знаете, я, наверное, думаю, скорее всего, это вот созревшие листочки вот такие, они опадают. А это вот еще не созрели. Еще не выросли, потому что, в принципе, они с этой стороны беленькие тоже. И тоже, ну, такие мягенькие они, пушистенькие, короткошерстые такие. Мне кажется, они это и есть. Вот, ну, дерево было немножко беленьким, ствол у него был. Поэтому, я думаю, он похож на какой-нибудь там тополь. Или там, я не знаю, начала я смотреть здесь по карточкам. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, дуб. Сейчас найдем, кто у нас есть. Ну, клен, конечно, его не ошибешься. А, ну, тополь, да, у него светлый ствол. Так, так вам видно. Немножечко светленький. Ну, блин, у тополя они вон какие. А тут вот, ну, блин, они вот, вот он и один вот. И второй такой же, какие-то они вот углами. Потом вот я, обратно мы уже шли. Кстати, вот они тоже тут пушистенькие. Я уже подобрала. Кстати, маленькие есть. А, хотя, если это созревший. Ну да, вообще, смотрите. Они точно такие же. Видимо, может быть, вот это основной лист, а это вот какой-то больной, неправильный, может быть. Не знаю, но опять же, что это за лист такой? Хотя тут немножко... Ладно, если вот так посмотреть, в принципе, что-то похоже, что-то схожее есть, да? Тут они оба беленькие. Ну, какие-то вот там углами, непонятно. Что там у нас? Поэтому тополь, не знаю, навряд. Либо здесь просто карточки неправильные. Вот, ну, вроде тополь мы с вами находили. Предыдущие, да, занятия вот там. Что-то примерно похожее, не знаю. Липа, ну, здесь не видно, какая она. Так, ну рябину не перепутаешь, его тоже не перепутаешь. А, вот осина. Осина? Да, осина. У нее тоже светленький ствол. Ну, блин, тут тоже вообще не похоже. Я уже хотела... Стояла долго, смотрела на это дерево. Я уже хотела у людей просто начать спрашивать. Вы не знаете случайно, что это за дерево? Ну, не знаю. Не стала я. Ну, березу, естественно, не перепутаешь. Сосну тоже, ель. И все получается. То есть, фиг знает, короче, непонятно.
Вот. Также я нашла вот такой вот листочек. Совсем какой-то странный. Он лежал на земле. Шла уже случайно его заметила. Не знаю, вот это, мне кажется, точно какой-нибудь неправильный листочек. Такого я вообще ни разу не видела на дереве, чтобы оно было, не видела ни разу. Ну, вот здесь в комментариях мне напишите, пожалуйста, может быть, кто знает, что это за листочек, от какого дерева. Ну, это, видимо, один и тот же, я так думаю. Просто этот созревший, а этот еще растет. По большому счету, они еще целый месяц могут расти спокойненько. Вот. Ну и также на обратном пути я тоже с земли вот это вот подобрала. Есть еще вот такие листочки. С такими прям вот они уголочками. Красивые, посмотрите какие. Так, вот он. А вот фокусирует. Красненький, такой классный. Есть прекрасные прожилочки. Вот тут вот сухой, а вот тут вообще вот классный прям. Я его, наверное, засушу. Иначе он завтра уже будет вообще непонятно какой. Туя. По-моему, это туя называется, я не помню. Тоже листочек нашли. И у нее, кстати, оказывается, есть шишечка. Смотрите, какая она маленькая. Хотела ее просто потрогать, найти. Так вот ручкой приложила, а она оторвалась. Я даже никогда не знала, что у них, оказывается, шишечки есть. Вот. Хотела сыну показать. Не получилось. Вот. Такие у нас еще, кстати, маленькие я нарвала. Каштанчики. Так, здесь у нас. Ну, давайте, наверное, приступим. Сейчас будем с вами рисовать. Как всегда, нам понадобится карандаш, стерка. Вот. И начинаем. Поехали.
вот мы с вами нарисовали, камеру немножечко подвинула поближе, чтобы вы увидели всю технику живописи акварели, рисунку акварели, как акварелью я рисую. Вот, насладились этим. Я сейчас попробую смонтировать так, чтобы было хоть что-то видно. То есть не как прошлые уроки, а постараюсь немножко по-другому. Вот, и поэтому сегодня мы с вами нарисовали только один листочек, чтобы это занятие было не слишком длинным. Вот, получился он такой красивый через камеру. Ну, вроде что-то подобное видно. Не знаю, надеюсь, что вам видно все очень четко, ярко, красиво. А листочки получились, у меня разные. Я добавила в этот раз синий цвет. Не знаю, почему-то мне очень захотелось синий. Когда я им рисовала, я подумала, что какая разница, какого цвета они там будут. Все равно в любом случае такие, именно точно-точно такие же листочки не бывают в природе. Вот. Поэтому, когда мы будем заниматься с ребенком, я планирую у него спрашивать, какого цвета листочек. И здесь вот все находящие эти цвета, он мне, ну, в процессе, там, со временем, чтобы называл. Вот, поэтому я его и добавила заодно уж. Ну, где-то получилось немножко вот тут грязненько, да, вот здесь чуть-чуть грязненько, тут чуть-чуть. Ну, в принципе, довольно красиво, это все высохнет. Если у вас, допустим, очень много тут собралось воды, вы можете ватным диском приложить. Ну, в первом уроке я показывала это. И сразу она вся уйдет. Я оставлю, пускай она будет там потемнее немножко. Там темнее, тут светлей. Вот. Все, не буду много разговаривать. Ролик и так получился очень длинным. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Вот, и всем пока-пока.
Thank you.